Столица. Этот человек наверняка здесь.
быстро ты. Они уничтожены? Привести все в порядок будет непросто. Благодарю, Мисти. Это тебе. Я довожу дела до конца. О, Феи, Виатиэме, Виатиэме.
твою смерть! Тебе конец. Проклятие, никого. Ничего не... Это уже слишком. Помогите. Ничего. Народный хлопок. Найдите эту шахту. От нас не уйдет. Спасите! Рафинин мертв. Мне нужно вернуться к Стентеру. Yeah!
Уходи, и ты не пострадаешь. Надеюсь, меня никто не заметит. Похоже, лазутчик Стентера, и у него неприятности. Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Я мастер своего дела. И друг. И что это значит?
Будь я замешан, я бы попытался замести следы. Ха-ха-ха, верно. Тот, кто это сделал, дурак и наглец. Бросить тела и повозки у всех на виду. Или это предупреждение? Меня прислал Стентер. Я хочу предложить свою помощь. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинян такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили. Всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афини не постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Вот они. Где-то рядом готовят еду. Можно принять участие в вашем собрании? Что? Что ты? Прошу, уходи! Вы не похожи на убийц. Спартанцы ошиблись? Что? Нет, нет, ты не понимаешь! Что тут понимать? Все предельно ясно. Прошу, позволь мне все объяснить. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров? Хороший пример для детей. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали! Мистий сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат?
Мы взяли еду, но мы не убийцы. Разве по нам не видно? Да, пожалуй. Мы просто хотели есть. Хватит! Я не разговаривать пришел. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мистий. Спасибо. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну! Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мигарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от Афинин. Они действовали не одни. Все сложнее, чем кажется. Не тревожься об этом. Главное, что преступники получили по заслугам. Ты справился. Спасибо тебе. Я слышал добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мертв. Мегарида падет. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придешь к славе вместе с нами. Я горд, что мы бьемся вместе. Да. Ты заслужил это. Мы победим ради Спарта и Волка. Пойдем. Нам нужно в лагерь. Я готов. За мной. Нужно подготовиться к битве. Расскажи мне про Волка. Он великий человек. И приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек? Как отец? Он... Его обожают, он по-своему заботлив, но иногда я... Да? Ничего, просто иногда он будто не здесь. И я чувствую его печаль. Он полководец Спарта, но он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожаления.
таких битвах мне бывать еще не доводилось. Расскажи мне про Волка. Он великий человек и приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек? Как отец? Он... Его обожает, он по-своему заботлив, но иногда я... Да? Ничего, просто иногда он будто не здесь. Я чувствую его печаль. Он полководец Спарты, но он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожаления. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Ah!
Thank you.
Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Thank you.
Ну что, готов сокрушить Афинян? Война ждет нас. Ah!
Все понимаю. Мне будет нелегко. Ты знаешь, что мы будем охранять партию?
нашел следы? Тут никого. Ищите, нельзя упустить. Выполняю. Кого? Будьте внимательны, наш враг силен. Понял. Есть новости? Я ничего не вижу. Отработайте жалование. На поиски. Да, найдем. Если что, обращайся.
Если нужно что-то еще, дай знать.